Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале, а жизнь идет своим чередом. Машенька, Машуня, Черняк. Будем смотреть мои видео? Будем. Поехали смотреть. Вперед! Совсем недавно на этом месте я снимала прекрасное лето. Прекрасная осень. А сейчас прекрасную зиму снимаю. Вот столько снега. Снеговик уже стоит. Видите, какой? Вот мы с вами здесь проезжали летом, осенью, весной. А теперь будем ездить зимой. Елочки под снегом. А вот уже замерзает Борисовские пруды. Уже ни одного зеленого дерева не осталось. Еще не весь, не все замерзли. Не хочется кутаться, но уже холодно. И приходится одеваться очень тепло. О, как бы тепло не одет, вот был, все равно вот холодно. Я не знаю. Значит, я не очень люблю зиму. А сейчас пока не зима, но уже нулевая температура. Ну, путаемся, путаемся. Ну, что еще рассказать? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Еще всем-всем-всем мира, 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 мира и добра. Благополучия. Очень печально об этом говорить. Всего хорошего. С вами Мария. Пока-пока. До новых встреч.